работе подрядчики уже приступили. Фрезеруют, другими словами, снимают старый асфальт на одной полосе движения. Таким образом, и продолжат работать, чтобы не мешать автомобилистам и общественному транспорту. В перспективе планируется отремонтировать и примыкающие к магистрали так называемые «малые Малахова», которые также давно находятся в неудовлетворительном состоянии. Во-первых, нужно понимать, что транспортный поток очень большой. Это основная, наверное, одна из ключевых развязок в городе, потому что индустриальный район большой, здесь новые постройки, очень большое количество людей едут с утра на работу в центр. Эта дорога должна справляться, и люди не должны испытывать неудобства, не должны объезжать ямы, они должны спокойно, беспрепятственно добираться на работу. Подрядчик планирует работать днем, именно поэтому ремонтировать дорогу будут по полосам. После того, как снимут старый слой асфальта, начнут демонтировать бордюрный камень. В целом объем работ обширный. На участке очень много переездов, трамвайных и автобусных остановок, тротуаров. По предварительным данным, работы займут не менее 4 месяцев. Полного ограничения движения нигде не будет. То есть везде будет частично, по полосам. Либо вообще ограничений движения не будет, но будет работать в ночное время, допустим, либо вечернее, чтобы не мешать трафику движения. Это касается не только ремонта улицы Малахова. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» неделю назад стартовал ремонт на 7 участках Барнаула. К примеру, на проспекте Космонавтов, улице Гущина, Островского, водозаборной, Звездной. Всего в этом году дорожники планируют отремонтировать 12 дорожных объектов, один построить заново. Полностью завершить работы должны до конца сентября. Татьяна Голубева, «День с толком».